А теперь переходим к литературной структуре. И мы начнем говорить также о проблемах толкования книги царств. Я нарисовал вам такие литературные рамки книги царств. Я напоминаю, что речь идет об одной книге. Я не первый и не буду последним, кто обратит внимание на то, что в начале первой книги царств, то, что у нас называется первая книга царств, находится стихотворение или песнь. Это песнь, в которой содержится молитва Анны. А когда мы подходим к концу книги царств, это наша вторая книга царств, 22 и 23 главы. Перед нами две песни, которые воспевает Давид. И вот я хочу обратить ваше внимание на сходство между песней, которая открывает книгу во второй главе, и вот этих длинных песней, которые мы находим в 22 главе. Давайте начнем разбираться с этим. Мы с вами уже видели, как Анна говорит: «Вознесся рог мой в Боге моем». Это второй стих. «Ибо я радуюсь о спасении Твоем». И в конце стиха, мы читаем в конце второго стиха, «нет твердыни, как Бог наш». Теперь, вторая книга царств, 22 глава. Давид говорит: «Господь — твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой. Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, Спаситель мой, от бед Ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого». А потом он говорит о своем опыте и о том, как Бог неоднократно избавлял его. И он видит к концу своей песни, как и Анна, что то, что Бог сделал в его жизни, это лишь предвестник того, что Бог совершит в будущем. В 49 стихе он говорит: «Избавляющий меня от врагов моих, над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя Твоего и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки». То есть он связывает вот эти два факта. Божий царь, который грядет, это помазанник Божий. И вот эти победы, которые Бог уже дал Давиду, то, как Бог действовал через Давида для того, чтобы победить врагов Божьих. Все это помогает нам понять, кто же такой великий Давид. И вот он будет ровно тем же избавлением. Он принесет то же избавление, которое Давид видел в своей жизни. Итак, мы видим Анну, ее опыт. Она говорит: вот Бог так делает, так будет делать. И Давид говорит то же самое: я прославлю Господа, я увижу, я уже видел, как Бог прославляется в моей жизни. Я вижу, как это становится предвестником Божьих побед в будущем. Через помазанника, через царя,
которого дает сам Бог. Давид, конечно, гораздо больше может говорить о своих победах, как предвестники побед Мессии, потому что Давид был Божьим помазанником. Давид был царем, которого поставил Бог. Но при этом он отлично понимал, что он не высший, не главный царь. Не тот царь, к которому все стремится. И вот после этой величайшей песни хвалы, которую воспела Анна в своей молитве в начале книги, и комментаторы называют это таким песенным обрамлением. Песня обрамляет книгу. Вот сначала и в конце. В начале песни Анны, в конце песни Давида. Но у Давида даже две песни. Вторая из них в 23 главе. Вторая его песнь, которая показывает, почему и зачем Давид получил эти победы. Повествователь в 23 главе 1 стихе вводит эту песнь. Он говорит: «Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева». Вот почему Давид имеет право сказать эти слова. Читаем дальше. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми, будет праведен, владычествуй в страхе Божьем, и как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли», и так далее. Давид уже испытывает это благословение Божие. Он получил это положение. Он правил праведно ради Господа и получил эти победы. И он стал благословением для всего народа. И пятый стих, кстати, не очень понятно, что это, вопросительное, вопросительное предложение или утверждение. «Не так ли дом мой у Бога?» А можно и как утверждение. «Не таков дом мой пред Богом». Потому что он отлично понимает, начиная с самого себя, что он сам далеко не всегда был адекватно праведен и полностью праведен. Так что дом мой не таков перед Богом, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою, но кто касается его, вооружается железным или деревом копья, и огнем сожигает его на месте. Так что Бог, как говорит Давид, сам осуществит его желание. Седьмая глава второй книги Царств. Потомство Давида, тот потомок, он совершит и суд над мятежниками, которые сопротивляются Богу. Как бы мы ни читали пятый стих, мы понимаем, что Давид не видит исполнения этого пророчества в своей собственной жизни. Поэтому и должен быть другой царь. Кстати, ни один из царей израильских тоже не исполнит до конца эти слова, значит, должен быть Мессия. И тот факт, что слова не исполняются полностью, никак не мешает Давиду доверять Богу. Давид доверяет Богу в том, что когда-то в будущем завет будет исполнен. И это доверие снова выражается во второй песне, которую мы с вами читали в 23 главе. Но возвращаемся ко второй главе, к песне Анны. Она, в свою очередь, проистекает из повествования о неплодной женщине, которая получает благословение. И в конце концов, с другой стороны, мы приходим к тому, как царь
совершает суд, но Бог также совершает суд и над царем. Смотрите, вторая книга царств кончается на негативе. Тут очень важно отметить, что когда мы дойдем до книг Паралипоменон, в книгах Паралипоменон прежде всего говорится о хорошем, о победах. Только об одном грехе Давида мы там узнаем. А вот в первой и второй книгах царств грехов Давида гораздо больше. Там Давид предстает как грешный человек. И мы совершенно четко его видим таким, какой он есть. А вот в Паралипоменон перед нами прежде всего верность Давида, верность Соломона, верность царей из потомков Давида. То есть говорится прежде всего о хороших, о добрых царях, а не о злых. И мы понимаем, что Бог приводил благословение на Израиль и в конце концов приведет в Израиль доброго, праведного царя, того самого, который принесет благословение Израилю в будущем. Так что по самой своей природе книга Паралипоменон прежде всего показывает и подчеркивает доброе в Давиде и во всех царях из дома Давидова, а не их слабость. Вот именно в этом плане мы и здесь должны сказать, что так оно устроено. Это такое противопоставление первой, второй, третьей, четвертой книгах царств. Потому что если есть что-то негативное, то пророки и Самуил, в том числе, говорят об этом. И Давид, и другие цари из дома Давида представляются такими, какие они есть, потому что такова цель, потому что такова задача, потому что иногда ошибаются и цари, и лидеры, и все люди, и даже пророки, уж тем более священники. Есть лжепророки, есть истинные пророки. Но Бог приносит свой суд. И дальше мы неоднократно с вами будем читать уже в книгах пророков, которые писали после изгнания Израиля. Почему мы здесь? Почему мы оказались в изгнании? Ну, потому что мы потерпели провал, потому что мы были непослушны. А вот с другой стороны, в книге Паралипоменон вопрос ставится иначе. Какова у нас надежда на будущее? Чего нам надеяться? Чего нам ждать? И мы знаем, что Бог вознаграждает праведность в своих людях, в своих лидерах. Так было и раньше, так есть сейчас, так будет в будущем. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что автор книги Паралипоменон будет говорить лишь об одном грехе Давида. И это не грех Сверсавии, это не убийство Урии. Для него главный грех Давида, грех, который показывает, что Давид на самом деле всего лишь человек, обычный человек, как любой другой. У него те же слабости, у него те же искушения, как у любого другого царя. Так грех заключался в том, что он сделал перепись своей армии, он посчитал свою армию. Зачем ему это было нужно? Ведь генералом был Бог. Вы скажете, но Моисей тоже переписывал свою армию. Да, но Моисею было сказано Богом дважды переписать армию, посчитать свое войско. Бог такого Давиду не говорил. Бог не говорил Давиду, слушай, сделай-ка перепись, пересчитай свое войско. Это была личная инициатива Давида. И именно этим он возбудил гнев Бога против Израиля, потому что Давид совершил этот великий грех. Да, надо узнать, как велика армия, если Бог этого хочет. А если не хочет, то зачем узнавать? Зачем мне узнавать, сколько у меня воинов? Делал он это не по стратегическим соображениям. Делал он это просто, я хочу узнать, какая у меня армия, я хочу узнать, какой я хороший царь. Это такой поиск славы среди людей со стороны Давида. Вот что он делал. Он пытается возвеличить самого себя. И вот тогда Господь унижает его. Кто-то скажет, но ведь кончилось все тем, что Давид покаялся, и суд был отменен, и был куплен тот участок земли, на котором потом построят храм. Так что заканчивается все, в принципе, на том, что Бог и через это будет действовать, чтобы совершить свою волю. Так-то оно так. Но все равно Давид не в лучшем свете предстает в конце последнего повествования в этом тексте.
Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Я напомню о том, что Мессия – сын Давида, но сам Давид не Мессия. Вот такова литературная рамка, литературные границы, такие, которые позволят нам прочитать этот текст. И в схеме, которую я вам предложил, я организовал план книги вокруг трех главных героев. Первые 7 глав — это повествование о Самуиле. Тут нужно понять, что Самуил и дальше, конечно, живет. После 7 главы он продолжает жить и действовать, даже после того, как Давид появляется на арене, на сцене. Но он перестает быть главным лицом. Дальше Саул. 8 глава. Что делать с 8 главой? Это что, конец повествования о Самуиле или начало повествования о Сауле? И ответ и то, и другое. Некоторые комментаторы даже говорят о том, что 8 глава переходная, потому что она проводит связь. С одной стороны, она смотрит назад и на то, что делал Самуил, с другой стороны, вперед, на то, что будет делать Саул. Дальше помазание Саула в 9 главе. Дальше успехи Саула, но уже в них есть намеки на тот провал, который его ожидает, с 13 по 15 главы. Дальше Давид, повествование о Давиде. Я заметил, что я здесь ошибся немножко. Нет, здесь должно быть восхождение Давида. Да, тут здесь должно все вместе быть. Восхождение Давида, а не начало его падения, как написано у меня. Значит, сначала восхождение Давида, возвышение Давида, и, конечно, действие Саула и его карьера доходит до нижней точки здесь, а вверх выходит Давид, его возвышение, его царство, затем такой обзор жизни Давида, жизни Давида как человека и как царя. 23-24 главы вот это завершают. Итак, первые 7 глав охватывают первые 60 лет жизни самого Самуила. Я думаю, что когда говорится о том, что Бог говорит, ты стар, и Израиль говорит, ты стар, действительно, Самуил был стар. Тут есть смысл вспомнить о Торе. Второзаконие, 31 глава, когда Моисей состарился, Господь ему сказал, «Ты состарился, ты стар». Так что, да, он был стар. Насколько он был стар? Сколько ему было лет? Ну, честно говоря, надо, во-первых, помнить о том, что он был не священником, потому что для священников были ограничения. Но средний человек, ну, где-то в 60 лет, я бы так сказал, начинает понимать, что так, все, нужно, чтобы его место заняли его сыновья. Но сыновья были не готовы, они были недостойными людьми. Я думаю, что Самуилу было в этот момент лет 60. Дальше про Саула, и мы еще будем говорить о том, сколько же царства, сколько правил царь. Я думаю, что на самом деле он правил на 2 года больше, чем написано в Мазорецком тексте. Павел в 13 главе «Деяния апостолов» говорит, что Саул правил около 40 лет. Сам Павел был из колена Вениамина. Саул был также из колена Вениамина. И уж кто-кто, а Павел должен был понимать, сколько царствовал Саул,
Саула ведь уважали в колене Вениамина. Павел говорит 40 лет. Давайте скажем, что 40 лет. И текст говорит, что Давид царствовал 40 лет, 7,5 лет в Хевроне и 33 года в Иерусалиме. Так что получаем примерную картинку хронологии этой книги. Но опять-таки, тут, я думаю, не все в строгом хронологическом порядке. Однако, даже если строгой хронологии здесь и нет, все здесь посвящено очень четкому развитию ситуации, правление Давида разделяется на две части. И я думаю, что все отлично понимают, что также последние главы, вот этот обзор жизни Давида, он совершенно не обязательно совпадает с хронологией. Вот эта табличка есть в учебной Библии МакАртура. И здесь я просто очень просто так выстроил табличку «Самуил», «Саул», «Давид», выстроил таким планчиком для вас. Ну, а теперь о ресурсах. По книге «Царств». Я хочу отметить два комментария. Конечно, во-первых, Берген в новой американской серии. И Цамура, который выпустил, по крайней мере, первый том своей серии в новоамериканском комментарии по Ветхому Завету. Я думаю, что также и второй том выйдет скоро. И вот, конечно же, еще Дейл Ралф, Дейл Дэвис, также важная работа. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.